играет лауреат всероссийского конкурса и международных фестивалей квартет «Московская балалайка». В его составе играют заслуженные артисты России. На балалайке будет солировать Александр Горбачев, на баяне заслуженный артист России Игорь Коновалов, на самой большой балалайке на контрабасе играет Юрий Биржев, ну а Владимир Ученков играет на домре альт. Итак, играет квартет «Московская балалайка». Без всякого, как бы скажут, может быть, я говорю, вот кого-то возвысить, кого-то нет. Я действительно очень люблю старинные романсы «Я встретил вас» в исполнении на балалайке, как играет Александр Горбачев. Так как он играет тремоло вибрато, ну, мне просто это за сердце берется. Надеюсь, что вам понравится. Он просто итак, старинный романс «Я встретил вас».
будут петь солисты, которых мы всех очень-очень любим. И мне о каждом из них хотелось бы много сказать, потому что в разное время они сделали все, чтобы действительно наше русское искусство звучало у нас в России. И первым, кого мы сейчас, кто выйдет на сцену, это человек, с которым буквально за последние 5-6 лет мы объездили всю нашу страну, были и на Камчатке, и в Забайкале, и в Архангельске, и в Ростовске, в Ростове-на-Дону, побывали во многих городах России. Сегодня для вас поет народный артист Советского Союза, солист Большого театра Артур Эйзер. Господу свет человек.
Старинный русский романс.
чарующей лаской твоею. Играем на квартиру. И что за 20 лет, я не знаю, вот
простым, обыкновенным артистом, может быть, оркестра, в котором я проработал 20 лет. Поэтому я хочу сегодня больше внимания, конечно, уделять тем, кто сегодня на сцене. Ну, а... Палочка, ну ты сплотил этот замечательный коллектив, спасибо. Ты его взрастил, поэтому здесь большая заслуга. Конечно, мы любим всех солистов вашего квартета и очень благодарны. Чара! Сейчас народный артист России, солист Большого.